подумать, что делать, блядь. Работаю в интернет-магазине по делам из дерева. Недавно поступил заказ на огромное корыто. Не можем с вами связаться по телефону? Это был не я. В ответ, если все в силе. С чего, блядь, с чего вообще вы взяли, что это был я? Вы идиоты, что ли, или что? Вы реально